Напомним, что 18 марта в день голосования в 7 городах республики стартует конкурс «Фото Проджи». В связи с этим в актовом зале администрации состоялась встреча первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова, начальников отделов и пресс-секретаря администрации Нажиулы Абдуллаева с волонтерами, которым предстоит присутствовать на избирательных участках и помогать желающим участвовать в конкурсе. Присутствующих ознакомили с условиями конкурса и объяснили их основную задачу. По словам руководящего состава, для большего привлечения молодежи на избирательные участки будут приглашены медийные лица, что позволит избирателям сфотографироваться и пообщаться с известными личностями. В 10 участках будет. Здесь будут самые выдающиеся спортсмены вот этого города, нашего города. Вот посмотрите, вот участок, допустим, агроэкономический колледж Гусейнов Магомед. Он заслуженный тренер СССР, России, воспитал олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Вот это все-все. Просто у меня просьба к вам. Значит, вот когда такие люди приходят, чтобы вы как волонтеры встретили его, и он человек взрослый, он не знает, что нам надо делать. Мы просто его попросили, чтобы он оторвал свое время и приходит, чтобы сфотографироваться с этими людьми. Пока у него есть это время, сколько там он там пробудет, полчаса или 20 минут ли, чтобы вы побольше людей захватили и сфотографировали их. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо 18 марта прийти на выборы и сделать фотографию в специальной рамке. В срок до 20 апреля нужно выложить фотографию в социальные сети с хэштегом «Фотопроджи» и названием города, в котором находится избирательный участок. Победителями станут участники, которые наберут максимальное количество лайков под своими публикациями. Награждение пройдет 1 апреля, где победитель получит iPhone 8, за второе место iPad и за третье место гироскутер. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».